Ну, ты пришел меня лишить кофе. Это же не годится. На. Телекомпания «Диван, каяк и нрав». Неожиданно приглашенная вот этими вот товарами гражданами на речку Осуга Тверца начинает свой репортаж со второго завтрака. У нас тут Кофа, Миша, Анжела. Блины с мясом. Блины с мясом, да. Огурчик съешь. Ребрышки, пиво Макарий. Ну, так себе пиво. Ну, лучше, чем жигулевское. Лучше, чем любое импортное. В общем, вы поняли. Это стапель. Осуга. Осуга, сэр. Фортуна, сэр. Баттерфляй, сэр. Офигенно, сэр. Приступаем. Дальше увидимся на воде. Итак, мы стартовали очень лениво и медленно. Корабельное время 13:20. Ну, стандартный нас старт, когда мы едем хер знает куда рано утром. Речка Осуга. Потом впадет в Тверцу. Красиво, мирно. Никакого экстрима. Тепло. Пришло время выгулять Butterfly Z. Ну, баттерфляйку. Но что интересно, все вот это. Вот это, все, что на мне и со мной, поместилось в гермобаул 80. И весело, ну, точно до 20. А поскольку я на прокат отдал все весла, то у меня сегодня вот это весло, карбониевая, кевларовая, с него течет вода, и сейчас надо с этим будет побороться. Надо что-нибудь навернуть сбрызгивающее. Тепло, а по ногам-то плохо. В общем, Осуга Тверца. Мы стартовали. Между прочим, я вот тут недавно осознал, что сегодняшний день независимости России очень вредный праздник. Прошу меня простить. Что это значит? Когда разделился Советский Союз, открылся ящик Пандоры. Всю эту мелкопоместную гниду, которая сейчас там в Прибалтике, в Украине, все это развязала, надо было тогда прижать нахер. Никакой независимости. Империя. Нет ничего лучше, чем империя. И это не есть плохо. Почему, например, совершенно никто не стесняется, что есть Британская империя, и никто не говорит: а, империя! Почему не может быть Российская империя? С какого хера нам нельзя быть империей? Та же империя финансовая, Штаты. В общем, империя, только как бы по-другому устроена. Им не нужны новые как бы официальные земли. Им достаточно долларом закрепить весь мир. И весь мир раздвинул ноги и подмахивает. Так что День независимости России, в общем, антипраздник. Прошу меня простить в этом смысле слова. Это день начала, день открытия ящика Пандоры, я же говорю. То, что все сейчас происходит, только потому, что разъединены республики, что это, сука, Ельцин распродал всю страну, а наивный Горбачев отдал Германии. Нельзя было оттуда выводить базы, ни в коем случае. И ГДР надо было оставлять ГДРом, любыми способами. Но кто-то тогда это знал. Тоже эти наивные не знали, потому что они были такие коммунисты, демократы. Я прошу прощения за этот политический встав. Больше не будет. Ну, вот просто сегодня такой день.
что Петровский грибной марафон и не кончался. У нас опять встречный ветер, достаточно такой свеженький. Тут просто малые расстояния, и он не может разогнаться. В общем, мы начали. Тут совершенно неожиданно слева появилась бело-красная «Фортуна». Совершенно неожиданно знакомым экипажем, который хер догонишь. И вот мы такие красивые плывем. Очень давно не плавал по прозрачной воде. А тут интересно, тут глубина сантиметров 40-30. Иногда, правда, бывает и побольше, но в целом такой где-то 40. Мимо летит дно, которое видно. Вода чистейшая. А когда глубина становится сантиметров 15, вообще просто прикольно. Вот примерно как сейчас. Если тут уже глубже. Вот они какие красоты. Осуга — своеобразная речка по строению дна. Ну, в основном песок. Но он очень интересно. То долго-долго глубина 50-60 сантиметров, то вдруг метров 200-300 глубина становится 30-25, ну то есть вот на грани проходимости моей плоскодоночки. При этом течет и там, и там. Ну и к моей радости постепенно, кажется, коренной лес прям подходит к реке, потому что там раньше было как-то все грустновато. По береговой линии не самая красивая река в этой жизни. Выходы вообще вот в основном вот такие вертикально травянистые. Вот, только что ехал, и вот уже я въехал в мель. Но в отличие от Пры, где это прям совсем вот мель, прям мель, то есть ты влетаешь и все, и встал. Плавал я так однажды. Здесь даже на мели все течет, то есть лодка не тормозит, то есть как бы положено на маленькой глубине лодке ехать медленно. Вот что-то нифига подобного, вероятно, тогда, когда вода сама течет по этой мелкости, этот эффект не работает. Такой разнообразный лес, нет чисто сосняка такого прозрачного, нет медитативных этих террас, таких чистых, чтобы прям вот вау. Ну, правда, эффект какой? Лето, трава вся уже повыросла. Может, они по весне тут видны. Но сейчас это прям вот буйство травы. Буйное буйство буйной травы. Так, мои фортунисты усвистели. Ну, они маньяки. И здоровые оба. И гребут вдвоем, и перекусывают вдвоем. А я, если что-нибудь перекусить, так мне надо бросить весло. Поэтому они от меня уехали. Ну, у нас пункт сбора 20-й километр. У нас там обед. Поэтому мы в своем ритме. Вот опять мель. Ну да, вот тут я еду только со скоростью реки. Быстрее даже не получается никак. И прозрачная вода. Прозрачно примерно, прям хорошо видно, где-то до полуметра. Я давно такого не видал. Ну, потому что все, шарахаемся по каким-то паводкам, по горным взбудыбленным речкам и по бездонной Неве. Нет, чтоб сходить на маленькие речки прозрачные. Но в этом что-то есть.
найти бы на это время. Водное поло. Первые ворота забивается Фортуна 400. Нет? Батерфляй нет? Батерфляй. Спасибо, добрым людям. Пахнет вода сосной. А это, скорее всего, какие-нибудь катамаранчики. Им там не протащиться, им проще пропилить. Прикольно смотрится прозрачный нос. С обеих сторон бурун виден. И на солнышке. Поближе. Прикольно. И мешочек там какой-то болтается снизу. А, это упор, да? Все. Нюанс Осуги в том, что здесь все стоянки такие трудовые, чтобы куда-то попасть в красивое, удобное место, нужно вылезти неудобно. Или найти, попытаться, чтобы это было удобно, но это сложно. И вот куда-то вот так забраться в сторонку. Вот это мы идем на обед. Вот это обеденное место, там вроде нам обещают люкс. Но для него надо было протопать, надо было 50 метров и подняться. Ну, место, конечно, ровненькое, удобное. Даже не грязно. Отлично. Обед. Я бы здесь с удовольствием заночевал. Да, вот такую бы на ночь найти. Неожиданно порог случился. И мы его идем с налету. Ребята тоже, я им показал. Опс, и все. Такая горочка прям. Класс. Шикарно. Шикарно. Молодцы. Шеф поставил 5. Да, шеф поставил 5. Ну вот, мы добрались до устья Осуги. И она впадает. Куда она впадает, я забыл. Тверца. Тверцу. Ну вот старость, не радость. Ух, и нихера себе Тверца. Масштабчик. Добрый вечер. Ух. А вдали жужжит М-11, Владка. Да. Отражение офигенное.
И вы такие красивые в закатном солнце. Греби. Мне поворачиваться неудобно. В контрасвете. Ты греби. Вот, и волга не течет. То есть Сережаровка там бежит 4-5, быстро, да? Прям влетает в волгу, а волга стоит, вот стоит. Вот, да? То есть мы спокойно ветку течения прошли. Есть вариант, что мы приплыли? Да. Шеф сказал да. Я согласен с шефом. Ура! Итого, на сегодня у нас 38,2, средняя 104,6, общее время 8,21. Мне кажется, зашибись. Ну, чисто для статистики. Ты знаешь анекдот, который коллега охуительный?